В этом году капитальный ремонт на кровле многоквартирных домов проводится в 14 МКД республики. Согласно краткосрочному плану, в 2024 году ремонт кровель проводится в 9 многоквартирных домах Элисты, по одному дому в Городовиковске, Лагане, поселках Яшкуль, Кичениры и селе Садовое. Финансирование оригинальной программы осуществляется за счет взносов граждан, которые поступают в общий котел и средств консолидированного бюджета республики. Поэтому важно не забывать оплачивать взносы. По словам министра ЖКХ и энергетики республики Виктории Мангу, очередность проведения ремонта в региональной программе формируется исходя из следующих критериев. Уровень фактически поступающих от собственников помещений взносов на капитальный ремонт, года ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, даты последнего проведения капитального ремонта и степень готовности многоквартирного дома к капремонту. Планы на 2025 год тоже очень большие. И именно вот сейчас, вот в сентябре месяце, мы будем делать такой срез по уровню оплаты. Поэтому я призываю всех жителей активно оплачивать взносы на капитальный ремонт, закрывать свою задолженность, потому что именно эти средства являются источником финансирования капитального ремонта. Еще раз повторяю, чем больше средств поступает в общий котел, тем больше многоквартирных домов мы включим в план капитального ремонта. Стоит напомнить, что с начала действия оригинальной программы в Калмыкии проведен капитальный ремонт кровель 197 многоквартирных домов, заменено 81 лифтовое оборудование в 32 МКД, улучшили свои жилищные условия более 23,5 тысяч граждан. Так в Элисте накануне стартовала приемка домов, где была обновлена кровля. Крыша ровная, поэтому вода стояла, а сейчас у нас будет все. Вот видите, вот желоба, или как, водостоки сделали, так что мы рады, что нам вот такую сделали крышу, капитальную и красивую. Несказанно повезло с этой бригадой. Ребята очень добросовестные, сделали ремонт раньше срока. Никаких нареканий, за собой всегда убирали, все аккуратненько. Дом старых построек, я думаю, что, конечно, были неудобства, протечки. На данный момент все мы исправили, сделали новую кровлю, надежную стропильную систему. Все сделали по технологии, по проекту. Я думаю, что у жильцов больше такой проблемы не будет в ближайшие долгие годы. У нас гарантия 5 лет, но я гарантирую, что эта кровля простоит больше 10 лет.